нашли деньги для Гагаузии, особенно для Гагаузии, 5 миллионов евро. Мы захоронили, чтобы делать две разные вещи. Сначала мы хотим готовить, что региональные авторитеты, все в Гагаузии будут готовы, чтобы пользоваться нашу новую программу про региональное развитие регионов в восточном партнерстве. И тоже, и второй аспект, это 3 миллиона от этих 5 будут пользованы для конкретных проектов, как, например, здесь, в детских садах, в школах, в общественных центрах, где мы сможем помогать, где срочности, где что-то надо делать, это деньги будет, мы будем пользоваться для этого. Деньги будут свободны с осени.